Колесников Александр, командир воздушного судна ЦАП. До вылета, конечно, происходит согласование и с наземным персоналом, с организацией с воздушным движением, то есть это все согласовывается, план проходит у нас. Здесь вот тоже особенности полетов, что это военных зон достаточно, и вот тоже с ними мы, естественно, согласуем прохождение нашего маршрута. Вот. И как все готово, мы также даем добро, так сказать, и вылетаем уже. Ефремов — самая дальняя, получается, точка, и это около 40-45 минут занимает полет туда, и, ну и также обратно. Надеваю наушники, включаю аккумуляторы, далее топливные насосы, проверяю контроль ламп, контроль датчиков, вводим параметры бортового накопителя, так называемый черный ящик, и начинаем запуск.